В администрации городского округа состоялось совещание с директорами люберецких школ. Обсудили готовность образовательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации для выпускников 9 и 11 классов. На какой стадии подготовка и сколько учеников сдают выпускные экзамены в этом году, узнала Анастасия Кладинова. Первые экзамены выпускников 9 и 11 классов начнутся уже 21 мая и продлятся до конца июня. Для обеспечения контроля и безопасности на итоговой аттестации привлекут общественных наблюдателей, полицейских и медиков. В городском округе Люберцы подготовлено 39 пунктов проведения ГИА, в которых уже стоит необходимое оборудование. Кроме того, что пункты оборудованы видеонаблюдением, у нас имеются стационарные ручные металлоискатели, блокираторы сотовой связи в обязательном порядке, закуплены и работают в штатном режиме, оборудование для печати и сканирования контрольно-измерительных материалов по аудиториях, тоже это обязательные условия проведения ЕГЭ. В этом году по решению президента выпускникам впервые предоставлены 2 дня для пересдачи одного предмета 4 и 5 июля. При пересдаче засчитывается последний результат экзамена. Изменения также коснулись порядка получения медалей. Золотая медаль – это исключительно соответствие тем требованиям, которые есть в положении о выдаче медали. Мы знаем, что это и пятерки, и, соответственно, 70 баллов и выше за единый государственный экзамен и другие параметры. Во втором случае, второй степени медаль серебряная, ну, она немножко мягче и щадяще. Всего в городском округе в этом году экзамены сдают больше 5000 учеников 9 и 11 классов. На время аттестации будет соблюдаться режим тишины со стороны строительных и дорожных служб. По итогам совещания участники пришли к выводу, что люберцы готовы к проведению ГИА в 2024 году. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.